Добрый день, дорогие поклонники студенческого футбола. Мы приветствуем вас на Ессентуки-арене, где через несколько минут начнется матч очередного тура национальной студенческой футбольной лиги, в котором встретится Аслан Ашинов, 15 номер Даниил Фомин, 16 номер Георгий Мухартов. Неплохая атака правым флангом. Это 15 номер. Проникающая передача в штрафную. Дальше пятка. Какая комбинация? И счет открыт. 1-0. Старопольцы. И они возле штрафной. А теперь уже и вовсе в ней. Удар поворотом. Добивание. И спасает свою команду. Посмотрим повтор. Это первый момент. Здесь удар. Вы знаете, очень даже неплохо, потому что Ашинов принял мяч штрафной. Проникающая передача, Кирин, какой сейф, но... Удивительно. Алексей Кирин, 2-0. Дальше направо, они уже в штрафной площади, можно бить с острого угла. Передача в штрафную, добивание, нужно забивать, какой момент. Момент и... Какая передача, 22 номер, ну и здесь... Джангирян должен был, обязан был. Контратака. Дальше вперед. Может быть очень опасно. Удар поворотом и 3-0. Дагестанская команда немножечко потерял ворота и воспользовался этим Аким. Мухартов выходит один на один. Ну что происходит? Как так? Мяча. Ну и не пожадничал. Не пожадничал Мухартов. Хотя я думаю, что очень хотелось ему первым же касанием. Ну не первым. Булкаев бьет плотнейший удар. Поворотом на принимают защитники его на себя. Не заканчивается атака. Еще один удар и 4-1. И как бы ни пытался Иван Петухов дотянуться до этого мяча. А он пытался, и мы видим, у него это не получилось. 4-1. Выводят мяч из штрафной Ставропольцы. Муртазалиев. Дальний удар поворотом и... Не попадает Муртазалиев. Давайте посмотрим повтор прямо над перекладиной. Контр атакующих действиях. Поклонники студенческого футбола прощаются, обнимаются футболисты.